Та-та-та-там. Здравствуйте, подписчики нашего канала и все те, кто интересуется ремонтом. Смотрите, случилось у нас, значит, такое вот дело. Вот, мы, может, снимали даже видео. Поставили клиенту неопрен. Неопреновый манжетик. Ну, мило так достаточно поставили. Вот эти вот заломчики, это нормально, потому что при работе вламывался манжет вовнутрь, и они вот образовались. То есть здесь ничего страшного там нет. То есть мы поставили на триламинатный костюм сначала кольцо неопреновое, потом манжет пристыковали и продублировали вот этим колечком. Вроде все было сделано качественно, ну так вот, на наш взгляд. В общем, клиент нырнул и немножко так подрастроился и сказал, что ему неопреновые манжеты не нравятся. Хотя, на мой взгляд, ну тут все вообще великолепно. И он говорит, что они потекли у него якобы. Ну и проявил желание, короче, демонтировать эти манжеты. И попросил поставить ему латекс. Ну, мы ему сказали, что латекс — это те же грабли, которые у него были. То есть он опять приедет куда-нибудь нырять, и случится то же самое, что и было у него несколько раз. То есть рвался манжет во время погружения и во время одевания один раз. В общем, предложили мы ему шведскую систему. Это система компании Citech. Вот, называется она QuickCoof. Значит, идет она комплектом. Это наружные части, две внутренних. И идут к ним манжеты. Сейчас, одну минутку. Так, манжеты вот такие вот. Значит, силиконовые. Они идут в комплекте. Как они ставятся? Ставятся они очень просто. Кольцо внутреннее, на него одевается манжет. А далее, значит, оно вщелкивается сюда, вот в это колечко. Вот, точно так же демонтируется. То есть преимущество такой системы в чем? То, что если у тебя есть там запас манжеток вот таких вот с собой там, где-то в сумочке, да, водолазной, и у тебя на берегу там при одевании манжетка порвалась, ты можешь, ну, в течение там 3-4 минут все это дело заменить. Для чего видео снимаем? А проблема вот в чем заключается. Значит, установка вот этого кольца может производиться по двум диаметрам. По внутреннему, когда манжет припечатывается непосредственно к большому кольцу, и тогда можно это место стыка продублировать. Вот, то есть, ну, использовать какую-то ленту, ну, типа там какой-то резиновой ленты, да, традиционной, и продублировать. Вот. А вот на внешнюю сторону, если ставится манжет, то его уже продублировать будет нельзя. Ну и это полбеды. Сложность заключается в следующем. В чем она заключается? Дело в том, что вот это кольцо надо намазать клеем. Раз. И намазать внутреннюю сторону манжета тоже клеем. Это два. А вот дальше нужно сделать следующее. Нужно кольцо вдавить, сложить его вдвое. Вот. И после этого оно засовывается в манжет и там раскрывается. Понятно, что это здесь раз, два, три. А вложить самому кольцо с непривычки и попасть на клей. Почему? Потому что уже если на клей оно косо встанет каким-то образом, то уже демонтировать его будет очень крайне сложно. Поэтому нужно выполнить ряд обязательных подготовительных вещей. Это в первую очередь несколько раз попытаться без клея вмонтировать кольцо в манжет. Это первое. Обязательно у вас должен быть размер манжета обязательно смерен, чтобы он был не больше
И главное, не меньше. Потому что если кольцо не начнет не до конца закрываться, может образоваться шов протечки. Вот. И третья очень важная часть. Это нужно подготовить вот этот шов. Потому что если вы кольцо вставите туда, и шов будет открыт, что значит открыт, то есть он не будет заклеен как следует, то через шов и кольцо обязательно начнет течь вода. Вот такая вот вещь. Ну, а что еще эти кольца позволяют? Они позволяют устанавливать перчатки сухие сюда. Ну, и, в общем-то, все функционалы выполняются. Вот о чем я хотел вам рассказать. Жаль, конечно, мне этот манжетик демонтировать. Такой он миленький, хорошенький, такой с любовью был сделан, нами вставлен. Ну, ладно. Вот. Желание клиента для нас закон. Вот. Всего доброго. С наступающим вас крещением. Смотрите наше видео. Обязательно будем публиковать новые ролики о ремонте. До свидания.